Эта карта имеет название «Карта Небесного Иерусалима», вот эти пять областей, и Украины. Не нужно напоминать вашим зрителям, что сегодня на Украине три политических центра – это Львов, Киев и Харьков. И серая зона Донбасса здесь обозначена. И пять областей, которые, на территории которых будет создан Небесный Иерусалим. Как мы видим, Небесный Иерусалим состоится таким образом, что ему будет обеспечена защита от польских антисемитов со стороны Запада. Вот, Западная Украина будет защищать Небесный Иерусалим от польских антисемитов. С севера, вот там так называемая Большая Украина, будет защищать Небесный Иерусалим от возможной агрессии со стороны России. И с востока Небесный Иерусалим будет отгорожен серой зоной Донбасса от Кавказа и Средней Азии.